Все готово. Держится. Смотрим вперед и полетим. Лукомер, борода, зажигает города. Смотри сюда. Ломайте, ломайте. Зеленые хутора Таврии. Отличное место для отдыха с детишками, для каких-то выездов на экскурсии. Вот сегодня мы приехали с классом Женьки, нашей дочки. Да. Витя, разозлиться немного и сделай понет. Витя, хорошо. Давай, один раз хорошо и четко по центру. Давай, Витя, покажи. Давай на счет три. Давай. А это говорят... мостик здоровья. Кто по нему пройдет, то все будет хорошо. Классное местечко, можно запросто вот брать день, с самого утра приезжать и до самого вечера здесь тусоваться. Очень классно, и воздух хороший, и куча развлечений, и историю можно узнать. Отлично вообще. Я чувствую, пахнет жизнью. Понятно, либо понравится, либо не понравится, нужно попробовать. Да, не, я знаю, я со специями пью, сейчас хочу черный. Черный просто. Два. Два просто черный. Три. Ты мне берешь, да? Нет, я не беру. Четыре. Четыре. Четыре просто кофе. Не, один сделайте с бадьяном. Как скажете? Ой, друг мой, у вас такая классная камера. Да. Друг мой, а мы можем вот... сейчас я сварю кофе, а потом я у вас этот самый... одну штуку вам скажу. Не переживайте, не понравится. Или лучше такой, конечно, чем много, да. Другую. Подумаешь, да? Кофе наливаю. Давай, справа руку. До самого конца. Ложек, Ром. Поднимай вот эту ложку. Поднимайся, давай. Не, я вот так. Давай, давай, иди, не бойся. Понравилось? Так вот на правке же. Я тоже так прыгну сейчас. И тяни на себя. Тяни. Отпускай. Обед. Приехали. Обед, обед. Ням-ням. Жень, только не как дикарь, а как человек нормальный. Да. Все, пойдемте кушать. Надо сил набраться. Девочки, мальчики, сюда идите в тенек. И отправили подниматься наверх. Чтобы я сейчас слетел на веревочке. Камеру включу, погнали. Ура! Блин, штука крутая, прикольная. Мне понравилось. Молодец! Ты не хотела. Там это со стороны кажется Ой. Страшно, а на самом деле нет. Угу.
со сноубордом было интересней. Вообще такое, блин, круто, короче. Куча впечатлений. Нравится? Да. Вот бы здесь жить, да? Еще лето не началось, а уже столько, да, всего хочется объездить, посмотреть. И мы уже начали гонять. Уже и лес такой весь зеленый, крутой. И уже разрываешься, не знаешь, куда лучше поехать, что лучше выбрать. Столько предложений, столько всего интересного. Все же хочется посмотреть, поездить, отдохнуть. Чем тут еще хорошо, тут куча мастер-классов, и все мастер-классы такие по традиционной украинской культуре. Тут и знахарка, которая учит плести наузы, тут и обереги, и куклы-мотанки, и из зерен делают себе мешочки на счастье, и мед, и плетут из бисера. В общем, очень много всего. Все интересно, познавательно и, соответственно, приучает детишек к народной культуре. Кусяка. Собака, кусяка, собака, кусяка. Собака, кусяка, собака, кусяка. Здравствуйте, ребята! Мы приехали в город Херсон на фестиваль города Херсон кушать пирожки и пить кофе. И ругаться. Посмотрим, как здесь это все организовано, но думаем, что должно быть очень интересно. Только-только зашли, и мне уже нравится. Мы еще не обошли все локации, пока находимся в фуд-зоне. Но уже сама атмосфера, сама вот эта вот поляна большая, то, что нету такого, что как в Николаеве обычно, куча народу, все заставлено, все вот это вот толкаются. А тут как-то так вот это вот более масштабно и достаточно интересно. Посмотрим, что будет дальше. Давай. Она просто соленая очень. Целиком. Давай, но целиком. Соленая. Целиком в рот засунешь. Сейчас Саша будет есть медузу. Какую-то фигню какую-то. Это полезно очень. Почитайте в интернете. Нормально? Она очень полезна на самом деле. Почитайте, хрустальное мясо. Как вода на Кимбуре. Как вода на Кимбуре? А можно мы вас сфотографируем? Тут очень круто. Ну вот обошли мы по кругу всю территорию фестиваля, и по сравнению с Николаевым, конечно, здесь намного круче. Ну, и территория огромная, и представлено очень много и хендмейда, и всякой вкусной еды, и каких-то арт-площадок, и йоги, и спортсмены. И, собственно, ну реально очень прикольно, и есть чему поучиться. Очень здорово сделано фестиваль. Мы обойдемся без пива? Нет. Без пива мы не обойдемся. Взял себе пивка от Николаевской пивоварни Генрих Шульц. Темное, крафтовое. 40 гривен, пол-литра. Саша вот тоже взял себе такого же пивка. Настроение отлично. Сухарики вот. Бутербродные коза продают. Тоже вкусно. Все вкусно. Давай бухнем. Ваше здоровье. Можете тоже налить себе пивка и чокнуться со мной.
пахнешь парю Машечкой. Я пахну. Как ты с утра? А я бахну и еще и. Мы не будем. Давай. Какой, а какой посоветуете? Ну, вкусненько возьмите ягодную мягенькую. А ядрена ваша, да, ядрена? Ну, ядрена, да. То есть она хренина такая. Это моя семья. Сейчас тебе. Что ты будешь красить? Это кто? Это Селестия. Отлично, организаторы сделали вот эту вот фишку, что можно оставлять детей на всякие мастер-классы. Родители могут пойти поесть, погулять, выпить. Нашел, короче, такое уманьское пиво, красный эль. Ну, не знаю, насколько оно хорошее, но решил попробовать. Приятно. И спасибо. И бутербродики вот, с килечкой. Я в 50-й раз могу сказать, то, что фестиваль крутой. И пиво. И вы даже не думаете, что я это говорю, потому что я попил пиво. Нет. Реально круто. А еще я заметил то, что каждый раз, когда я куда-нибудь приезжаю, мне нечего сказать, кроме того, что тут реально круто. Это, наверное, потому что я все время приезжаю в крутые места. Папа, не подсматривай. Я на каждом кусочке видео. О, нормально. Отличный фестиваль, отлично погуляли, даже не хочется ехать домой. Но, так как мы живем в другом городе, мы потихонечку идем уже к машине. Хотелось бы вернуться еще на второй день этого фестиваля, потому что будут всякие, еще будет выставка собак, еще всякие интересные мероприятия. Но у нас в Николаеве завтра тоже хватает мероприятий, поэтому сюда мы съездили только на один день. Уровень крутой. Фестиваль офигенный. Всем рекомендую, если когда-нибудь увидите Херсон Фест, обязательно приезжайте, если будет такая возможность. Самое интересное, там до секса вообще дело не доходит. У нас не надо, с Самантой доходит. Где там? Эротика? Да, постоянно. Эротика, это же не секс. Что понравилось больше всего, Ника? Пиво. Саша. Бабы плоскожопые. Женя. Подставка новая для телефона. Ну что?